Да. Я вот сейчас просто не могу понять. Супруга? Ну шлем не надо, там подушки безопасности, там все дела. Ну как хотите. Там подушки? Наше дело предложить. А РБГ есть там? Ну на самом деле нет, честно говоря. Шлем я желаю тебе удачи. О, спасибо. А зачем ей шлем? Ну вот я тоже думаю. Люк есть, если что, это в случае пожара, знаешь. Я вылезу. Там, да. Давай, я, наверное, рядом что-то пойду. Ты этот груз вытащил весь. Сейчас, подожди. Сколько мы там? Один раз? Или полтора верхи только, да? Я потом эту видеозапись в компанию Mercedes отправлю. Чисто прошли, там, там грунтом подвинули мы ее чуть-чуть. Жалко, да, бампер сейчас вы оторвете. Я видел, что она немножко двинулась, но это грунтом. Отлично. Отойди, отойди. Все. Вина не будет. Не, давай назад сначала. А потом ход. Штурману можно рядом идти? Да. Давай, давай, давай. Ой, блядь. Ой, ё-моё. Давай, давай. Теперь там пришёл. Вот дает. Стакан упал. Охренеть. И пятый сразу. Она уезжает, она уезжает. Красавица. Ааа, не надо было это делать. Ну не надо было вот это делать. Браво! Охлопали! Блин, все, блин, вот под конец этот бампер. Он это целый? Как целый? Целый. А что оторвалось? Ну вот он, я все приделал. Будет целый. На пару саморезов. Вот, саморез, он и был на пару саморезов. Сейчас оденем и все. Вот у нас придет. Ты не продаешь его? Да это она еще аккуратнее, он может еще и лучше ехать. Давай. Машинники не сработали. Серег, видел? Ничего. Так полный привод, что ты хочешь? Мерседес. Я эту запись в этот отправлю. Представительство? Да, в Мерседес. Блин, вот в конце, вот это вот, просто в конце не надо было. Она хотела пошире, чтобы в конусы перпендикулярно ехать. В конце, вот это, ты его только в конце оторвал. Сейчас мы его оденем, нет проблем вообще. А где это? Туман подвернутый вниз, а не там. Все на месте, машина зверь. Офигеть. Ну, Диваген. Только маленький. Сейчас оденем и все, нормально. Не, на Ауди, наверное, пободрее бы прошло. На Ауди. Телефон никто не терял. Какой? Какой? Да, наши. Да. Молодцы. Это... Спасибо. Да, но на Ауди было бы веселее. На Ауди не так интересно, а на Мерседесе? Нет, на Ауди было бы интереснее, потому что она выше. Но она бы прошла ворот. И она бы вообще проехала бы всю. А здесь я даже как-то это... Он...
перекосы в ноги берет. Вот на Ауди мы выезжали. Кто лайки ставил? Он на озере катался. По-моему, кто-то вот. Я, по-моему. Да, вот, ну вот она выехала. И ворота бы выехали, правда, вот там, где дорожки, вот эти третьи, она бы не прошла. На Ауди? Она длинная. А, у нее морда и задница торчит. Да ты что, Ауди длинная, она бы не прошла. Там свесы длиннее, да, здесь покороче свесы. Нет, но в Ауди сзади принудительная пневмоблокировка есть, а она здесь сзади фрикцион, он слабенький. Стерпа. Сейчас прислушай, надо отвертку взять, давай. А у меня здесь... У меня выехали, все было. Ну что, внутри бодренький такой. Ну вот кроме сиденья вот тут изношенного, он вообще совершенно целый вообще. Самое интересное... И люк не течет, ездит нормально, открывается. В новых машинах уже... Он ничего нигде не ржавый, видишь, даже здесь упорно. Ну, как моя Ауди тоже, такой весь Audi идеальный. Лучше. Только этот. И люк тоже и не течет, ничего не течет вообще. Надо отвертку взять или крестовую у кого-нибудь, накрутить, смотри сюда. Нет отвертки у тебя? Есть. Фигурной. А? Шашлык есть, наверное. Пойдем посмотрим. А у нее вообще изначально еще 18-й низкопрофиль катки широченная МЖ-шная. Я только вчера переобул. Вот это был. Ну да, это был совсем. Такие широченные, они лысые, 240-й там шириной. Не, он бодрый, он вот у него там получается секунд 9 до сотни. 220 идет. Мы с Машей Ауди мою когда собирали. Искал лучше. Да, на перегонке едем, так и меряемся, кого лучше. 220 идет, идут. Лучше толком не будет. Ой, спасибо. Ладно, мы подготовим технику, к вам приедем. Что-то спонтанно как-то решили, я должен был быть наглухо занят. Я почему-то думал, что вы на ИЖ приедете. Конечно, я думал, что я не смогу приехать. На работу. А узнали в последний день буквально. Вот, а ему говорят, что я не работаю. Мы поедем на моей Ауди фиксим. А сегодня выехали мотор, поэтому пришлось проехать. Пока. Весь лечебник, плата не снизить. Так что ты сегодня еще и приз возьмешь. Вот темно, ничего не видно. Ворота взяла, видишь, все, ладно. Молодец. На той трассе даже двое ворот можно было взять, зря на поджерке поехал. Сделал все. Видишь, он как ладит, офигенно. Вот такие привода, такие голоса.